Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировское пиво хотят поставлять в Германию. Несколько кировских компаний приняли участие в сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Российский бизнес не участвовал в ней 2 года. От Кировской области на выставке были представлены компании «Сладекс», «Вятагросем», «Кирово-Чепецкая химическая компания» и «Вятич». Компании провели встречи с контрагентами, а также с новыми потенциальными партнерами. «Вятич» уже поставляет в Германию кваса. По итогам выставки рассматриваются перспективы начать поставки пива в страны Европы, сообщили в правительстве Кировской области. Программа «Экономика». Кировские колонии увеличили выпуск продукции на миллионы. В прошлом году учреждения уголовно-исправительной системы выпустили товаров и оказали услуг на 680 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в 2016-м. За год объемы производства лесопродукции выросли на 36 миллионов, изделий легкой промышленности на 55, пищевых продуктов на 26. По данным УФСИН, к труду привлечены более 4500 осужденных. Это почти половина всех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы в Кировской области. Экономика на 101 FM. Далее в выпуске информация от наших партнеров. О долгах кировских компаний по налогам можно будет узнать в интернете. Это связано с запуском системы «Прозрачный бизнес». Она должна заработать с 1 июня. На сайте налоговой службы станут доступны многие сведения, которые организации не афишируют. По словам руководителя компании «Бухгалтер и я» Татьяны Максимчук, это данные об участии компании в консолидированной группе налогоплательщиков, о среднесписочной численности работников и другие. В частности, это сумма задолженности по всем налогам, сведения о наличии налоговых правонарушений и мерах ответственности за них с указанием общего размера штрафа, суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности. После получения налогоплательщиками такого инструмента проблема проявления должной осмотрительности при выборе контрагента должна будет решаться с обязательным использованием прозрачного бизнеса. Все будут знать все обо всех. Все это часть мегапроекта по тотальному налоговому контролю бизнеса, который государство планирует осуществлять силами самого бизнеса. Проверить так можно будет не только потенциальных контрагентов. Руководитель сможет проконтролировать работу своей бухгалтерии, убедиться, например, что за его компанией не числится долгов перед бюджетом. Если вам необходим профессиональный бухгалтер, есть компания «Бухгалтер и я». Телефон 46 42 81. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 57 рублей 22 копейки, курс евро 70 рублей 93 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.